Друзья мои, всем привет! И сегодня на рассмотрении у нас небольшая такая посылочка, которая называется... В общем, это для айфона получается, как он называется, кабель для зарядки телефона. Так, странная ситуация. По какой-то причине не могу зайти на AliExpress. Очень интересно, какая-то там шняга непонятная. Нет, зашел, активируем от Kiwi бонуса. Давайте активируем, потому что только что мне наконец-то первый раз. А что у нас там, по-моему, так, Kiwi. Да. Итак, что же у нас тут такое? Вот такой вот USB кабель для iPhone, для зарядки iPhone. Насколько я знаю, эта штука была довольно интересная. Значит, что здесь у нас в пакете, к сожалению, пустой. Товарищ китаец нам больше ничего не предоставил и не предложил. Компания Rock нам предлагает вот такой вот кабель. Значит так, друзья мои, я заказал себе двухметровый кабель. Потрясающе, но я не могу зайти на сайт даже, чтобы посмотреть цену. Вот так вот я хорошо подготовился. С этой стороны мы видим, что для чего он может быть использован, включая и iPhone, и другие, ну, я так думаю, что телефон и другие как бы штуки. Вот здесь вы можете быстренько так на паузе сфотографировать и оказаться в этом чудо-магазине. Странная ситуация по поводу того, что я не могу зайти непосредственно на сайт AliExpress. По какой-то причине не удается установить соединение с сайтом, но это никого не интересует, кроме меня. Итак, друзья, я заказал себе двухметровый кабель. Вот, все видите, что он подходит для iPhone. Он плоский. Вот, и что еще я могу сказать про него? Вот так вот здесь, значит, гравировочка чисто для айфона и обычный как бы USB переходник. Итак, что-то мне не кажется, что здесь 2 метра. И поэтому мы, друзья, будем открывать спор. Я уже вижу, что нету 2 метров. Итак, поехали считать. Нет, с другой. Лучше начинать считать с другой стороны. У меня есть стопроцентное вероятное уверение, что нету здесь 2 метра. Итак, 30. А, нет, 40. Вот здесь 40. Ой, надо было взять длинный бумажный. Итак, здесь у нас уже 80. Вот в этом 80 месте. Как-то он тут сворачивается, и так неудобно, так не это. 80. Поехали дальше. Надо будет прокрутить. Что мы видим дальше? 80 и 40. 120. Ну, это тут как-то хиленько у нас. 120. Здесь у нас еще 40, получается 160. Неужели да? 160. Ха. Вы знаете, ну вот, вот такая вот штука. Ну, правда, с учетом того, что я это делаю вот таким образом, нелепым. Да, друзья мои, 2 метра есть. 2 метра есть. Говорят, что очень хорошая, очень качественная. Ссылочку я скину под видео. Ну, примерно так, друзья мои. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал, впереди много интересного, ну и чисто такие распаковочки, и называются они «Крымские истории» из китайских магазинов. Все, друзья, пока!